вкусно. Вон, видишь, переделан. Вот, ток-ток, смотри. 19 марта 2015 года. Вращающийся. Крышку вытащили. Я пришел, как раз Руслан делал крышечку. Все. Угу. Видишь, какая? Все хорошо крутится. Попробуй. Усилий даже не надо. Вот он уже сверхединичник, да? Один раз мотанул и крутится. Нет, там магнита пока нет. Без магнита. Ну, хороший нарцует. Да. Ну. То, что и требуется. 30 кило все-таки, не хухры. 30, да? Да. Мешок, можно сказать, с чем-то. С песком. С песком, да. Так, ну что это такое, Санчо? Модифицированная модель, доработанная. Отчет. А? Отчет, говорит. Санчо, ну рассказывай. Еще раз тут же половины деталей нет. Не половины, а шести. Где катушка будет стоять? В дырках. Сюда ставятся катушки. Да. Уже сломал. Уже все сломал. Не закреплено было. Ну и что дальше? Ничего, все, испытание можно начать. Дешев пытается вниз стоять. Не, ну тут вообще как бы еще дисков не хватает. И на этом самозапит планируется? Или как? Или как? То есть не самозапит? Нет, планировать можно все что угодно. Сначала нужно сделать. Угу. Надо отверстие еще здесь сделать какое-то, да, получается? Ну, чтобы не выскакивало. А что он делает? Температуру измеряет. Ну что тут, 23 градуса, что ли? Не может быть. Ну что, нормально, тепло. Что, его тепло? Ну сейчас еще здесь не горизонт, ну как она не должен сильно ехать. Угу. Ну все, теперь работа с медью. Санчо, что у тебя здесь дальше по плану? Коллектор теперь остался. Коллектор один. Коллектор? Да. А ротор? Какой ротор? Теперь неизвестно, где тут ротор, где статор. Все перепуталось. В доме, как у Обломских, да? Мотор-колесо. Только ось самый тяжелый, наверное, какой только можно было придумать. Не, ну теперь настоящий асфальт-укладчик получился. Ну, наверное, кстати, отель 200, наверное, колесико сколько весит. Колесо. От джипа или крузер. И сюда коллектор ставится. Какой такой? Торцевой? Не, круглый. Какой круглый? Имеется в виду вот такой вот? Что, как у Лимана? Какой? А щетка будет тонкая? Нет, щетка стоять же будет, они в процессе же не будут. Не, щетка будет тонкая или широкая? Насколько? Нет, тут 14 ламелей. Они такие получаются. Ну как, потоньше, наверное, будет. Ну, одну ламель. Меньше. Ну, маленькая. Оно время, вот это, когда замыкает на соседнюю, чем оно короче, то больше тонкое. Это понятно. Кусочка так дала. Еще его. Видишь, вовремя ты пришел, я даже не думал, что сегодня вот это закончится. Вовремя пришел. Видишь, как? Смотри, смотри, сколько ждали, чтобы вот эту штуку закрутить. Видишь, как сердце прям подсказало. Зато меньше, на один щеточный узел. И все не в прямом эфире, дорогие друзья. Никто не знает, что здесь. Нет разработчика, и все.
никто вам не скажет, что там. Да, туда уже заглянуть, нереально. Да, нереально. Ну, заварим здесь уже все. Не, либо разобрать и нарушить все уже. Ну, свинство. 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 Зато ну по размеру к тому двигателю подойдет, наверное, такой. Внутрь запихнуть. Лиман ждет своего часа. Лиман нам еще пригодится. Хороший якорь, хорошая грузила. Там, считай, сантиметр и обмотка верхняя идет. То есть, если... Может, сколько-то, конечно, добавит, но она тут самая, скорее всего, просто берется и начнет, и все. Магнит-то? Конечно. Ну, для магнитов веди, неважно, что ты ведешь, не знаю, алюминий, медь, нержавейку. У тебя просто чем выше скорость, тем больше будет нагрев поверхности, и все. А противодвес ты будешь полный здесь получать. Почему? Ну, потому что это обычный классический нагрев постоянным магнитом. Нет, имеешь вот здесь, на этой железке противо-ДС. Да, да, да. Противо-ДС это электродвижущая сила, которая все-таки в обмотках возникает. А здесь просто, я не знаю, здесь токи Фуко, если возникнут. Так вот в том-то и дело, что они возникнут и будут у тебя вот на торможение полный противо-ДС. Сейчас возьму магнитик. Бери, а ты его удержишь? Ну вот, он же не жарит. Так там под ним железяка. Сними. Видишь, все модифицировано для, для упрощения. Не, чуть-чуть чувствуется. Чуть-чуть не считается. Дорогие друзья, если у вас есть для чего, какие опыты провести, у нас еще есть магниты, можем под роспись не, выдать. Не, под роспись нет смысла выдавать. Нет? Конечно. А нет. Как? Исчезнут. Исчезнут? Конечно. То есть, только, да. Только с планом, ну, для чего? Ну, естественно, что под роспись, предъявив план. Ну что, помочь? Да я не пойму, есть что-то. Давай я тебе покручу. А я непонятно, наверное, либо мало что-то. Там внутри же нет магнита. Не, ну скорость-то это самое. Да как я тебе определю ее? Боком держи, да и все. Быстрее будешь замедлять. У меня, знаешь, такое ощущение, что где сварили, но сильнее прилипает. Да. Ну, может, что и даст внешние магниты тоже, да? Торможение, а липнет, да. Вообще. Торможение точно даст. Но очень слабо. Не, нам вот можно на руке прямо в это самое. Подожди. Торможение не так изменяется. Вот. Такую массу металла, чтобы нагреть. Ну да, металл слишком. Вообще, очень много. То есть можно, если потоньше так вот, посильнее помахал, но пирометр взял там. Градус 2, если есть лишний. На меди тоже так вот. То же самое на меди. Ну хрен с ним, пускай греется. Дорогие друзья, но если бобер для вас будет сложен для изготовления, то вот эта конструкция-то будет, наверное, попроще. Но главное, чтобы запустилось. Она продолжает работать. Что тут будет? Расскажи зрителям. А то они думают, дурака. Просто катушки и оптическое управление. Вместо коллектора. И что в итоге? Генератор. Случайных чисел, да? Сколько они? Ой, очень много. 50, наверное, да? Я не знаю, но у меня он прилип к железному столу через картонку 3-миллиметровую. И ты вокруг него гнулся, а он не сдвинулся. Не, ну и хорош, прям чувствуется. Нет, и так не надо, это конструкция временка для испытаний. А где взяли круглые магниты? Вот, Саня, смотри, покупали? Вот эти два диска вот сюда повесили. С белого разобрал. Саня,
Там неправильно стояли. С магнитами вот сюда повесить вместе с ними. А, вот этот? А посередине катушки. Ну, вообще-то его можно крутить, я не знаю. Несколько кулеров насобирать от компьютера и можно закрутить. Там вообще никакого нет. Заодно как раз хорошо проверять, сколько противо-ЭДС он дает. Уже понятно, чем тяжелее фигня на подшипниках, тем она легче раскручивается и дольше крутится, чем когда вот эту внутреннюю часть. Это подшипники хорошие. Ну а что за станок вы тут собрали? Это пока еще в процессе обучения. Ну ладно. По 200 страниц в день читаю, запоминаю. Все, стоп, снято пока. Промежуточное кино такое, дорогие друзья. Наша задача создать устройство и поделиться с вами, дорогие друзья, чтобы вы могли вы дома собрать, чтобы никакой вообще ни Путин, Шмутин, никто не смог прийти отобрать. Никто. Никакой депутат. Все, как Рыбников говорит. Но нужно еще народную коалицию, народное общественное движение, народную партию и своего народного президента. О, вот вечный двигатель. Только утром яичницу надо. Да. Обед гамбургер на ужин кашку. И все будет работать. Ну ладно. Практику показывать потом не бывает. Так, вот сделана заготовочка. Это заготовочка матрица. Как это называется? Снастка для плоских катушек. Угу. Так, так, так. А что ж они фрезы-то поломали? Что тут такое? Ну, ошибка в программе была. Вон, видишь, она фреза сюда бомбила и выломала ее. То есть, а так вот получается прорезь под шинку. То есть она сюда вставляется, вывод. Ну, до оси, соответственно. Угу. Дальше на разворот и мотается. Угу. Вот. Как бы две практически идентичных. Вот ты со смещением, то есть, а здесь уже, соответственно. А сколько катушек ты будешь делать? 6. Ну, как бы 6. Но это. Это чуть-чуть не под этот диаметр сейчас. Угу. Под этот диаметр. Вот такие катушки. Это Александр Седой изготовил. Угу. Из компакт-дисков. Из круглого, а ты как раз берешь плоский провод. Да, потому что на круглом это убийство. Угу. То есть точность исполнения стремится весьма к низкому значению. Да, ладно. Ну, да. Снимаем скрытые камеры. Ну, как экспертиза? Что скажешь, Сереня? Да, как бы это немного не по мне сделано. Не по-твоему? Да, я вот хотел, чтобы здесь с ООС-настем двигатель... Ось к оси хотел привязать. Да, к оси. А они хотят через ремень, опять же, не моё. Не моя конструкция.